трэш почистил, блядь, понял? Ну если что, я буду Зачем? делать, короче. Ладно. Я не могу сейчас спек, если подожди, про топ-1, я похилю тут. Че, и сейчас, наверное, надо тут просто. Да не, не нужно. Я расскажу потом, если повесить. Давай, короче, в идеале повесить на герцогиню, а боль повесить на Хотея. В идеале проклятие подиспелую, повешаешь, окей? Сверху, вот. Все, сейчас сама нарезана. Если, короче, будет переходка, то, короче, выделала на красного слизня, боль да на зеленого. Что за... Давайте фулл баф. Каски надо обновить. Чем он, блядь, там командует? Я не пойму. Два зомби, блядь, чем он там командует? Там люди еще. Бандиты. Ну давайте бафы, алло, паладины. Кому я говорил каски бафать? Бафайте. Дай фласку. У меня нету. Портуйся долларом. Блин, я тебе ледяной шар отдал, когда ты взял фласку с ГБ. А шар я лично убивал. Ну, можешь его забрать и дать мне фласку. Да у меня нету ее. Попроси у Кокосина, она по-любому даст. Спасибо. Кокосина мне втрейдерит ледяную ткань. Лучше бы ты себе носки сшила, конечно. Я сводил про Тауру, поставь ее. Я не могу сейчас поставить про Тауру. А, она дает еще ледяную ткань. Что мне делать? Мне подтверждать или жать отмену, ребят? Так, подожди. Будем стопать дамаг. Давайте чек на пул. Копии магии, все бурсты оставьте на слизней, просто так ничего не отдавайте. Я не молчал, что ты здесь справишься с питьем луж и замедлением слизней. Ребят, меня троллит как осина, что мне делать? Короче, я не молчал, смотрите милики. Я вам повешу на себя звезду, будете стоять себе в звезде, когда появится зеленый слизень. Сейчас поснимаю лишние метки, подождите. Чек на пол еще разок, сейчас будет. Все, давай, пей куклу, не молчат. Хотей, надо будет ход на него повесить. Пей. Все, Войт, начинай. Бейте босса, скажу, когда стопнуть. Правосудием света никто не бейте, только, пожалуйста. Кому не забывайте передавать. Завис, стопайте дамаг, короче. Рано. Ну я завис, я просто не вижу проценты. Все, стопайте. Не бейте босса. 89. Да ну чё. Неважно. Лучше ход и кукле подавайте. Так, милики, смотрите, где я. Встаем все звезду, отсюда дамажим зеленого слизня. Давайте, бьем со звезды. Отлично. У нас все, и стоим все в РДД. Никто не чаржитесь сюда. Служи, только выйдите. Беда. Хатэ, резкий мизантропа. Хатэ, ты тут? Давайте, все к столу отошли. Клёна, резь с него. Шанан, подними мизантропа, друид, вторая пати, блядь. Зеленого сбегайтесь. Давайте, бейте, я уведу красного, потом боб, если что, сам кину. Ну, хильте, просите. Не, начисли ему ГП. Смена красного, отбегите все от красного. Боб. Давайте, добивайте. Он поднял кого-нибудь? Нет. Мизантроп, рез и соло. Это приз пятки пати. Пятая. Хотей, резь не... Никого, ладно, не резь. Если потом, когда скажу, не резнешь никого, ГП тебе накину. Слушай, я уходите. Я только зашел в РК, я вылетел вообще. Ладно, оставь свой БР. Дайте бафы по призу, по друиду.
Является какой красный. Отойдите от красного. Мини не ловите. Ялт, можешь пока бить босса. Давайте рещи красного бейте. Пельмени. Экстрема чему передавай. Под зеленого давайте все сводимся. РДД вставайте в центр, как это было первый раз. Милики в кружок. На звездочку сейчас повешу. Давайте в звезду вставайте. Убейте отсюда слизня. Отлично, давайте бежим все к столбу. Бегите, бегите, сбегайтесь с него. Чему передавай, волшебное? Волшебное, чему передавай? Все отлично. 53%. Чему не забывайте передавать? Хотей, не лови пельмени. И да, лужу в воздухе. Красный появляется, отойдите от красного. Пельмени в центр. Молодцы. Угу. Кого он там? Хотей, беги. Беги, беги. Так, стопнем в босса. Я не уверен в вашем ДПСе. Ну, я знаю, рано еще. Просто пока что подбивайте. И под зеленую колбу веди. МК раздайте друг на друга. Все, стопайте в профа. Давайте, милики, как изначально. Бежи, бежим, уже бьем. Все в звезду только встаньте. Милики, со звезды бейте. Бежим все в РДД. Блять. Беда. Давайте пробуем. Ты резца и волшебну. Все, переводим профа. Беда. Давайте быстрее, быстрее. Бейте, бейте, бейте. Успеем. Нет. Все, успели, успели. Да. Давайте рост. Рост. Бейте все под дебафом. Давай волшебно. Да никто не ресл, блядь. Все, реснули ее. Давайте сбегайте цель зеленого. Смена красного сейчас будет. Это не он. Герцогиня, повесишь боб на цель красного. Все, не нужно. Добиваем зеленого. Быстрее зеленого добивайте. Сбегайте цель зеленого. Дай сакру протокол. Все, бьем профессора. Пельмени не ловите. Уже два стака. Волшебно. А ты вешал СС вообще на паладина? Кого? А волшебно. Нормально. Щелочка, не там у тебя босс, пожалуйста. Бьем обычно. Маны залейте. Протокол забирай. Маны со лбу залейте. Давай, герцогиня. Не, давай волшебно. Диван на Void Knight'а. Нет, у меня нету регов на дивана. Значит, герцогиня. Бюро. Это ГП тебе. Драй будет. Пельмени. Почему передавай из Shadow Mord? Нет, породистый. Ладно, добивайте профа. Да, вы умираете как бомжи. Даже не понимаю почему. Так. Начнем с простого. Волшебно.
50 гп. Хутей 100 гп. Рольтик ушак. No. Да там на мейн рулит. Давайте хутей нахуй кикнем с гильдии. Так, Миш волшебно, третья группа. О, на тебя осколок. Так, теперь по этому герцогиня. Герцогиня выше. Так, рольте завоевателя. Фу, как трудно. Так, Animal Jazz. И выше него больше никого нету. Два защитника надо кому-то обычных? Все, придемте на свет. Animal Jazz, останься в танке на трэше. Мне, возможно, нужно будет отойти на минутку. Стол, беги. Или прицепись. Квест, идите сдавайте, кто не сдавал. Киль меня лучше, как осина. Обновление, какие-нибудь там щиточек. Я вот не обхожу. Если никто не сдохнет, да, шлипа? На чем, на совете? Я один хилю сейчас. Точно? Зато я танчу. Кому из нас хипа? Ну, нам обоим? Нет. Здесь должен быть только один тащу. Это Void, понятно, ну хотя бы второе место, но кто-то должен занять. Ну, знаю, не мол, джаз и будет пожарным получаем. Сейчас аккуратно, не агрите больше трэша. Хоть у нас 5 танков, это ничего не меняет. Угу. Стой, стой, не, ну не агри, Виталик, там маны нету. Ёбаный нас одну. Ну, это ты конченый, а. Давайте войско. Войт, войско. Все, он свое же отжил уже у нас в гильдии. Хватит там. Ну хорошо, когда он есть в рейде, просто вот чувствуется какая-то на плечо. Залил лучше маны, если эту тему. О ком ты еще говоришь? Которая вагонится, но всегда исполняет свои роли. Он никогда не выебывается, когда идет вагоном. Очень хороший друид, очень нравится. Он как самогон, который говорит всегда за БДК, но никогда не танчит БДК, если на волю кто-то другой врывается, да? И что ты хочешь этим сказать? Что тебе пора начать хилить. Настраивает хилбот. Ну вот, я ему ПМ написал, а ты, дебил, все дальше выебываешься. Ну ты же на себя не кинул. У тебя тоже так, какое-то, да? Недовольство или что у тебя там? У тебя иннер не в КД. И, кому ты написал ему? Блять, ты слышал, что тебе он сказал, что я сейчас делаю? А ты слышал или ты снова там опять свои уши ебешься? Не знаю, что ты написал. Блин, да не срезись. Тебе только что сказали, что я делал. Я знаю, что ты сейчас не делаешь. Ты, сука, нихуя не хилишь, блядь. Хилом пошел. Че такие агрессивные? Тут никого можно багриться только на Войда и на Кокосину. Так Войд молчит, блядь. Ну кого мне еще искать?
Я смотрю следующую, ну такого же самого. Вот, я смотрю Хатей. Подходит, блядь. Блин, у чувака забагался этот, как его? Хилбот или через что, короче, там друиды хилит, во, он настраивает его. За ГП я ему закинул за то, что он не бэрил быстро. Все, типа, все по правилам. Синдру и на лича нужен будет тердруф. Да я, если что, по хилю на хулипалам. Не трудно. Я не к этому взяла психу вообще. Блин, какие, кстати, хил с этого, с профа? Я там просто мало, скорее всего, нахилил. Так я зашел к вам на профа. Ну вот, да, Animal Jazz, ты, естественно, потанчишь. Подхильте, пожалуйста. Благодарю за зубы. Я, в общем, буду отключать скиллбот на ломах. Я через экспирал на всех хилах хилю. У меня сейчас фигня такая стала, что я только могу одно омоложение кидать и все. И я не знаю почему. Тебе надо кидать только омоложение и буйный рост. Ты так заново забиндил кнопочки, что там много кнопок. Стой, не агрите только. Сейчас арестну волшебну. Я не могу спекать в Редрика. Лола бог просто. Ставьте рыбку, пожалуйста. Давайте, два охотника и Джерион, вы на кинетике. Давайте бафы по рейду. Где рыба? Вон рыба, ешьте. Хорош. Неправильно, подожди. Во! Еле хп. ШП, точнее. Порвали ШП по ХПСу. Почему не ужасно? Мои, блядь. Нахуй они такие нужны, блядь. Вставай, анимал. И бафы там каски или что-то бэфшишь. Я уже забыл. Продистый и щелочка на пульте, короче, Талдрама, разбойник на пуле двоих. Хаты похилит. Давайте, чек на пул. Нашел себе жертву. Угу. Дед Майнет готов? Где упадет кинетика, два ханта и Джерин ГП. Дед Майнет, алё. Будет? А? Кто будет на двоих? На двоих ДК, Void Knight. Все, запустили, давайте, идем. Идем. Держитесь только на вихре. Вот вихрь, надо отбежать вам, господа. Молодцы, даже никто не умер. Хоть и повезло, конечно, да? Ты что, пидорас, что ли? Че ты до меня доебался? А ты пидорас, что ли? Ты думаешь, за тебя только пидорасы доебаются? Ты как ТВД ты пришел, тоже до меня тогда докапался? Нет, не так. Он мне не нравится, потому что он не делает то, что от него зависит, понимаешь? Ему лишь бы везде, ну, только выгоду найти. Вот это я вижу прям. И тебя я тоже, если что, вижу. Тебя тоже лишь бы выгоду найти. Но ты хотя бы рейды водишь, поэтому терпимо.
Все, бейте, Талдрама, дайте рост. Ящик Елисет это... Оу, тотем станешь? Минилтор, да. Видишь, да? Давай, вставай. Сука, Минилтор, блядь. Маны, Мизантроп, резни тотема залей. Хутей, резни его делано. Мизантроп, резни клену. Клена резнит щелочку. Все ШП и так. Хантеры на кинетике. Все ШП и охотники. Давайте кинетику поднимайте. Бафы дайте какие-нибудь масс по друидам, по хантам сейчас и по шаманам. Блин. Полок. Ну и по локам тоже. Давай, Виталий, кресло. Все, два ханта и дед мандит на кинетике, все остальные бейте Келисета. Что ему? О, не Келисета, а кого там, Волонара. Будет еще раз смена келя, поэтому ауге не бейте. Вы сдохли от вихра, либо от голема? От голема, Минилтор. Серьезно? Джерин ГЦ. Ну, его можно понять, я не знаю тактику, наверное, да. Он хантом привык только кинетику бить, блядь. А зачем он это делает? Хуй его знает, да? Давайте точечно подбивайте. Без зауя, пожалуйста. С один шарик заспеслили. Вихрь, отбегите, шаман, отбеги. Там сферок, три сферки, но не беда. Я все отжимки уже зачем-то дал. О, я еще сферу слил. Хорош. Все, маны, дайте, пожалуйста. В столбу залейте маны кто-нибудь. Когда? Здесь не затаем. Дайте гимна ману, дает маны, гимна ману. Все, можешь сбивать гимны, да может. Кстати, четверых. Бой висит. Нету боя. Уже нет. Так, волшебно. С каждого босса осколок падает. Рольте колечко. Так, а ты забрал уже шмотку? Забирал, ну, да. Короче. Значит... Зачем оно... Просто полену, просто объясните. Может, я что-то не понимаю? Бежать. Рольте руки. Тебе оно зачем? На ДЦ хорошее кольцо, если что. Крит из ПД чуть еще надо. Я сказал полену. Так я ему отвечаю, не тебе. На бесплатно надо кому-то энхи в ПВП, возможно, погонять. Блин, там Редневал пишет. Я пацану просто меньше ГБ накинул. Не ведись, не поддавайся. Видишь, у колена. Дайте бафы кинуть на шаманов, почему они без бафов? Так, присты вот этих двух мобов, законтрольте ближних и ждем, пока мобы остальные прибегут. Дайте масс бафы. Спасибо, Виталик. Спасибо. Приста баф дайте. Таску полок. Хорош. Дайте каску. Сакур дал. О, маг бежит. Сок, живи. Дал он тебе каплю.
Мне каску. Кто каску нафлит? Я не помню уже. Вначале я сказал, забыл уже. Дайте на друидов каску, пожалуйста. Не лагает. Я в контроле, собирайте там обувь. Вы вчетвером захилите тут? Думаю, да. На мнение ДТМа можно? Отлично, значит, придется спектриться. Если вы заливать нормально будете ману, то можно. Ты, у тебя есть сова? Или можно раз, подожди, спектрись пока что в танка. Потанчишь этого босса и давайте все отходим на минутку, можно покурить, если что. О, отлично. Ставьте рыбу там, кто не покажет. Поешьте. Копий. Сейчас я приду. Все, я тут, а давайте чекнем на присутствие. Клёна, Shadowmourne, Hibiscus, Animal Jazz. Стойте, только не пульте. Вы знаете, что можем сделать? Мы можем Клёну спекнуть в мишку, чтобы он потанчил, да, тут? Слушай, Виталик. Давай. Animal Jazz мы тогда пока что исключим. Гибиску тут, Вар. Так, протауру я поставлю. Цене, освободите третью ауру, паладины. Поставьте прото, у кого третья стоит. У вас большая задержка. Animal Jazz тут, на пати. Это самое... Я ТП вдал, ко мне тут это пришли. Ты насовсем? Да. Ладно. Извините меня, пожалуйста. Так, я теперь каски, придется мне бафать. Сейчас раздам. А это сколько я получу? Ноль. Ноль. Ок.
Чё? Подожди. Так, щекастки раздам. Вроде на всех есть, сейчас покушаю. Так. Ну сейчас после босса, давайте чек на пул. Shadowmourne, Клёна, Гибискус, Роялт. Все готовы, подходим поближе. Войд, тоже подходи поближе. Все, давайте танки, начинайте. Давайте пул, пул. Покусай нормальных депейсеров. Сбегайте с паком. Ростю укуси. В идеале она может кусить. Роял беги. Убегайтесь. Магон. Правда, сакры не будет. Боль, беги. Там рога вылетел, по-моему. Это плохо. В Мелизоне стоит? Никого не зальют. Нет, нет, там стоит. Все, отлично. Сбегайтесь. Милики, сбегайтесь, милики. Волшебный, беги. Так. Бабл прожал. Давай, Кокосина, Джерион, гимна на хп. Здорово, всем что там есть, куда места? Есть. Ты кто? Ты бомж? Что у тебя с микрофоном? Любой класс, любой персонаж. Что у тебя с микрофоном? Это компьютерный микрофон, я далеко от него. Понял, Гибискус, уходи. Заходи, Эрдру. Макси бери. Либо Макси сейчас возьму. Мана. Хотел лучше гимн. Мана из дни и столбу. Кокосин, два гимна ману. Давайте рост вообще шаманы. Дендро, подбеги к ним. Челочка, беги. Сбегайтесь. Бросьте. Вводите Shadow Auru. Я поставлю Master Auru. Алло, паладины. Ставьте третью. Кто освободил? Вой, ты заценил, сколько у меня хп? Запомню, да? Теперь смотри, сколько сейчас у меня хп, Вой.
все хорошо. Резните мага. Гасающий свет упал. Так, это сюда. Рольте посох. Эй. Сколько он стоит, куда вообще шарит? 1556 или 778? Я думаю, что 1000 задавать за это дерьмо не стоит. Еще раз. 778 получается? Да. Охереть. Да. Я бы ей 778 не давал. О, боже мой, как. Не шумите, пожалуйста, рольте завоевателя. Кто из вас получал уже токен? Я не получал. Animal Jazz, походу, получал. Так, боль. Ты побежал, дебил. Волшебно, волшебно. Я же смотрю хил вроде сзади. Потом смотрю хатей. Ошибся. Обычный завоеватель надо кому-то? Дресните танков? И не агрите трэш, если не сагрены. Оставайся в мешке, короче. Да я понял. Что там, Рома, ты пойдешь, только ты не отвалишься? Там же еще один токен лежал. Да, пусть остается там. Дай мне лучше токен. Я уже прыгнул, если хочешь, иди беги за ним. Да ты заебал, блядь. Тогда не дал токен, сейчас снова беги. Давай, иди беги. Так я тебе тогда дал добычу, ты мог сам взять его. Так а что, у вас есть хилы, мне хилом быть все равно? Ну да. Мы же все равно на Вальку бежим. Там он Макси плюсует, она что-то пишет, что все плохо. Тебя пидором назвали. Блин, могу тебя исключить, и она назовет меня хорошим мальчиком. Хочешь? Но это ее слот? Я ее меняю или кого? Никто, нет. Да бери Макси, пусть не расстраивается. Мне без разницы. Макси, присоедини куда-нибудь. Ну отожмите кнопку, Виллас. Кстати, ты тут? Ну, походу, они оба вышли. Да, Рома, давай обратно. Это поставь добычу на меня, сейчас токен возьму. Здесь слишком сложно хилить. Сейчас убьем. На. Бейте этот трэш. Все, хильте сейчас рез Навара. Дал токен? Да, я взял. Хильте Клеону, он же умрет сейчас, пожалуйста. Лики, не врывайтесь, сдохните. Давайте лучше как-то помогайте. Щиточки там покидайте. Капли покидайте. Панель из них тему. Подлейте еще.
Че у нас приста есть? Бафнуть могут? Хотя бы чуть-чуть. Бафнули. Мы же всех с первого раза пока убивали, да? Да, пока что ты не сказал. Пишите кто-нибудь ВКонтакте, Макси, пусть заходит и не расстраивается. Я не стал сразу после того, как ты вышел. Я занят, я готовлю тут, стой, напишите сами, пожалуйста. На свете? Нет, а что, ты готовишь, Ром? Нет, рюмочный. Моба, заберись, пожалуйста. Заберите моба в танки, прием. Ладно, я забрал. Так, короче, если не тотем, столб Джей пойдет в жопу тогда. А кто? Я могу идти в рейд, я просто имею в виду ее, чтобы она не обижалась. Но она пока не отвечает мне. Пошли, короче, с нами туда. Ты похилишь Вальку с нами, тыкните. Тыкните в смон. Будешь летать, короче, по порталам. На рейде тогда будет Соло и Хутей. Вы вдвоем, надеюсь, выхилите? Да, выхилим. Так и ты можешь хиле быть. Ну, так как я в хиле, я по порталам. Давайте в порталах будем летать за звездочкой, это столб. Давай, Рома, принимай. Мезантроп, останься в сове. Все, давайте бафы по друидам. Кому там что не хватает, тоже пишите. Дайте мне кто-нибудь МК. Как лучше хилом дали МК. Во, отлично. Обновляйте по КД, давайте чек на пул. Сейчас, выключу редфреймы. Если что, там Виталик по команде. Кого бернуть, если что. Все, все готовы. Пошли, пуляем. Все, по порталам разошлись. Зараженную рану на медведя. Классно, печать. Хз. Тайм за столбом. Почему нет? Ну, там же только профит от замедления атаки. Ну да, спасибо. Блин, у меня только 20 так, он плохо ловит комнату. Но... Я и не играл 2 года, например, я сразу говорю. Так, ладно, я на себя лучше звезду повешу. Ну, замедляет на 20 скорость атаки, которая переходит в медведя. Ну, я понял. Ну? Что-то я не подумал сразу об этом. У ДК еще ЛП то же самое делает. В центре встречаемся. Вон, и по порталам, вон, оп, такой первый. Ну, конечно, бомжи как-то не так полетели, но да ладно.
фракталы, смотрите, перед мордой. Налево полети, налево. Так, захилим, нет? Не. Хотя давай пробуем, давай рост. Нет, вы не захилите. Плюс в портал зайти. Ты тоже зашел? Не, столб зашел. Я тоже не зашел. Нет. Плащ, корольте. Хотя мне не надо. Это ты не выиграешь. Да. Жезл надо кому-то? Конечно, просит, он нужен. Зачем он тебе? Знаешь, сколько он ГП стоит? Запястья нужны кому-то? Да. Загон на синдром. Да, Соло, только спустись вниз. Ну и поставь-ка тут каждый сам за себя. Олег, ты в танке, надеюсь? Пока да. Отлично. Только не покажите все, слышишь, там уже минус 5 человек, алло. Это мне можно как хилу? Или все хилы там пошли? Нет, нельзя, хиль. Идете вагонами, еще покажет. Нормальная тема. Уделан, да. Приведи трэш. Как я его приведу? Пэтом как? А тот, что ли? Я понял. Да, давай. За это не банят. Сейчас, погоди. Это все сказки. Не сразу два пакта, один пакт только. Бой, присядь, не пука. Мои друзья ГМ сейчас офлайн. Отлично притянули, отлично чаржился Хибисус, красавчик. Просто чарж притяжку. Все, блядь, что?
На арене бы такой сотворил бы. Нашел. Ну что, будет трэш, не? Да, да, там сейчас придет. В смысле, ты его даже не сагрил? В смысле, вон он бежит. А, ладно, вижу. Вон други. Готовьтесь, куча мобов, караул. Толп, пойди в кучу. Уже еще больше мобов. Ужас. Ретрики, капли сливайте. Носов сливайте и на не знаю, только носов, короче. Столба можете слить. Тут спекай себя в сову, сейчас аспектный станк. Подождите, не агрите только дракона. Мезантроп залей мне маны. Мало шанса. И освободите протауру, паладины. У кого протаура стоит, уберите. Дайте, пожалуйста, мамонта или дживса. Это поставили, ладно. Потом освободите эту конченую ауру, пойдемте бить. Войт, иди сюда, замедление кинешь. Что ты там пишешь в чат? Оно не работает. Работает. Скажи, то, что ты пишешь в чат, не работает, Славик. А что у нас рейд без Unholy ДК? Вы бы мне сказали, я бы на анхолика зашел, этот Джерри, он мало ДПСит. Да, нормально ДПСит. Давай, кидай ком. Кидай. Кинул. По КД кидай. О, видишь, работают. Не, это баг. У тебя мозг. Отлично. У тебя только мозг может не работать. Не, я не знал, что работает. Ладно, идемте дальше дракона бить. Дайте антифир на меня. Это ему вратя тоже так сказал. Не понял, шутки, да смешно. Блять, ну ты даешь. Говорится. Не, просто. Понял шутки, но смешно. Не, ты что-то сказал, даже мама что-то сказала там. Ну, главное сказать харизматично, согласись. Ну да. А все остальное как бы не очень важно. Ну ты там учишь. А ты там, что? Я думал, ты хулипал. А, я в танке. Просто на хп одетый. Ты и будешь ее танчить? Ну да. Вот все, я тогда в сову. Я тебе сказал стыкнуться в сову, когда Эдмин пришел. Ты это сказал выключенный микрофон. Давайте, захиливайте. Угу. Сакру дал. Он же не помогает сакру. Ну, все равно дал.
ваши души! Ух ты, она даже на тотеме не согрелась. Там такие инвизии. Так, ладно. Вой, давай сделаем ачиву. Если ты будешь не топочить, а быстро менять меня. Так это не от меня зависит. Еще. Да не от того зависит, а от ДД, которые по сторонам стоят. И если их не будет, то она делается автоматом. Посмотрим на ДД, который будет стоять по сторонам, и кинем МГП, я считаю, это разумно. И метки разбивать, типа, ну, надо предупреждать. Да я скажу. Где давайте это? Раздадим фулбафы. СС дать? Не, пока, подожди, сейчас разбафую, скажу потом. Алексис, ты? И кто? Пим, алло. Дима, у тебя мало голды? Джерион. Не я, Ну вот почему у тебя в наручах нету, смотри, чарок камней? Это предбисовые наручи. Че туда нельзя их всунуть? Плащ у тебя, смотри, предбисовый. Я уже сегодня ему это говорил, Виталий. Он сказал, что это. Он тупой просто. Тебе не кажется, что это, ну, как бы похуизм немножко? Ну, ты сейчас махаешь на вот этого ХТ, там тоже как бы он очень много бисовых шмоток, но у него нихуя нету, у него штаны там на меткость в ордру одеты, понимаешь? Ну, как бы заебись, блять. Ладно, так уж и быть, защитим пацана. Ну, он, короче, с меня пример берет, просто давайте убьем Синдру, а потом он на Лича зайдет на нормального пацана. Ну, понятно. Педик издалека там, да. Так, ладно. Давайте помолчим. И в идеале повесишь СС на Джея, боль повесишь СС на Соло, повесишь СС. Хотя не, боль, стой, не вешай. Боль, да. Ты уже повесил? Вроде нет, боль повесишь СС на Void Knight'а. Зачем? Так, сейчас поменяю давно. Ты сейчас унизил Войда. Это можно было бы делать, если бы три хила. Бывает, короче, на третьей фазе будете стоять звездочки. Кто левее, правее уйдет, ГП кину. Давайте, чек на пул. Бросьте, нету, дайте шкаф. Окей. Локи, тыкните. Бафы вроде есть на нем. Все, все готовы. Давайте спускаемся, запускаем престы, кольцо. И знаете, кто в пати? Друиды тоже помогайте, подхиливайте. Пулы на Войда только дайте. А, у кого протаура, паладина? Уберите протауру. Все, отлично. И бейте кто-то правосудием света. Один хил магия, милики, 10 стаков можете фармить. Крудам есть что. Лена, 9 стаков лопнешь. Хорош. Дал саку, убегаем. Куда пошло не так. Там было бы круче, если бы его притянуло, и у него там секунды до хлопка, вот. Там стол копит по чуть-чуть стаков. Скажите ему, что не надо этого делать, когда он тем более один с магией. Столб, я думал, ты слышал. Прист, убегай с рейда. Столб, я надеюсь, ты слышал все, что сказано было. Подбивайте склеп до 50%. Куда они убежали, я не пойму. Фридом дали? Да. Отлично. А то я не даю фридома. Он прячется. Да, словлю, конечно, по центру падает. Стойте по склепам, не бейте, вон самый правый склеп можете подбить. Джерри, он даже гимн отхил, когда последняя будет падать. А, он в склепе, значит, блин, Кокосина даже гимн отхил. Пай Кокосина.
Быстрее разбивайте слепо. Отлично. Сколько там? Один хил магия, милики, 8 стаков. Хилы не стакайте просто так, Антон, Джей, ладно. Типа бей рукопашным боем, покачаешь себе, ачивку получишь. Заебало. 3 хила магии, милики, 4 стака. Волшебно 6 стаков скидывай. Роял 5. Хибискус 5 уже. Молодцы. Носите вещи. Какой рейндж набирайте между собой. Он падает около первого склепа лестницы. Друид быстрее. По центру. Правый подбивайте. Подбивайте до самые правые крайние склепы. Он же падает. Центральный стопните лучше. Без гимнов. Так разобьете. Разбивайте склепы. Быстрее, пожалуйста. Отлично. Пену захильте. Два, три хила магия. Милики, 2 стака. Ну, 3, ладно, 3 стака. У меня было только самое первое, и все. И ветками бей. Бью. Не качается ничего, когда бьешь. Выйди из формы. Качайся. Дробяшка качалась раньше. Дал сакуру, отходите. Нет. Сука, ебать. 3 хила магии, аккуратно, вообще 0 стаков в милике. Встаньте лучше в звезду заранее. Там прист и друид, который не хилит. Войд дал сакру тебе лично. Фридом дал. Все, давайте. Склеп под лапку. В каждый склеп под лапку, короче. Хильте Войда. Удял он под лапу. Дедмайда, дай гимн отхил. Разбивайте склепа ментально, можете его разбить. Все, отлично. Забираю Синдрагосу. Хильте меня, просьте под лапу. Стойте, не бейте склеп. Нам нужно подождать притяжку. Подбейте его до 50%. Хорошо. Все, разбивайте склеп, носок под лапу. Выноси. Уходите, милики, оттуда. Блинкайся оттуда, просьте. Стойте, не бейте склеп. Не бейте склеп. Все, теперь можете бить склеп. Отлично. Соло под лапу. Давай стаки, скажи, когда скинешь. Что стопнуть там, скажи. Все, забирай. Лизнитотем под лапу. Отошли, милики. Бейте. Рост будете? Да, давайте рост. Я скинул стаки. Давайте рост. 4 хила магия. Тотем, давай чешу. Ух ты, блядь, что это было? Падает. Красиво затолкил. Вовремя убежал. Затанутил или что это было? Можно приморозиться. Морозимся. Блядь, он умер. Вы типа так специально просчитали, да, прям, чтобы поддыхай? Я не знаю, почему она развернулась рейд и дыхание завязала.
Я встал к Войту за спину, потом завязал таунт. Вроде помогает всегда. Я не знаю, что это было. Посмотреть по видео? Давай, Маша, на тебя сорвалась, ЛПшку ударил. Да я сбоку тебя стоял справа. Ну, посмотри по видео пока что.